Что ж, друзья, надо проходить, короче, пиратов. Потому что только у пиратов есть модные шипы, которые мне, по сути, помогут проходить многие ивенты. Я тут так прикинул. Многие ивенты, которые вот эти вот с лошадками, они нужны там вот эти шипы. Те шипы, к сожалению, здесь, блин, довольно-таки далеко. Давай, дальше будем долбить пиратов. Надо, короче, они нужны, просто необходимы. Вообще теперь ничего не, да вы издеваетесь. О, блин. Вот, стой-то какое. А, я, кажется, помню этот уровень. Классно. Погоди, а что, я в нем проиграл, что ли? Так, вот здесь где-то они соединятся, да? Что-то надо сделать-то вот. Никак не мог никогда воткнуть. Бомба. А, надо собрать на 30 тысяч, я понял. Икс комбо. 4x опять комбо, блин, маловато. О, 6x уже. О, неплохо. Вот так вообще шикарно. А теперь подождем вот этих вот. И вот так вот. Ох, как хорошо-то, слушай. Почти насобирал, но почти не в счет. 7x комбо. Здесь мало получится, здесь вообще шикарно получится. Ну не до конца, правда. Вот так вот. И вот давай! Ха-ха! О, как хорошо-то. Вошло так вошло. 40 тысяч насобирал, нормально. 41 тысячу. Уже нормально. Чего это все в деньги перевелось, было вообще шикарно. Но мечтать не вредно. Сколько пушка стоит? Йо. Си меня. Не, ну это уже, блин. Нет. Это я, блин, как-то вряд ли подтяну. Слушай, хотя тут надо как бы подумать аккуратненько. Возможно, и смогу потянуть. Да, реклама, конечно, здесь меня бесит. Тут ничего не поделаешь, скорее всего, не всех бесит. Я до сих пор так и боюсь покупать игру. Риджине, но думаю, можно будет купить. Потом ее, правда, придется, вероятно, отдавать. Ах, пушка, пушка, пушка. Нахрен ты мне нужна. Если честно. Но лазерные здесь как раз будут в охрененную тему. Здесь по два лазерных, два огнемета. А, один. Тоже, блин, как-то туго будет. Что я забыл поставить? Правильно, я забыл камешек поставить. Молодец, блин. Твою ж налево. Склерозненько кусок. Так, значит, а что мне убрать? Кукурузу, кукурузу. Вот эти убираем, ставим камушек. Отлично. Да, зомби идут. С ними пусть идут. Отлично, все по расписанию.
Так, 100, говоришь, да? Мне лучше сейчас огненного, короче, влепить. С ним будет поудобней. Большая площадь обороны. Надо дойти все-таки до тех, посмотреть, сколько они стоят. Возможно, будет намного эффективнее. Отлично. Так, и теперь вопрос, куда этот прилетит, козел? Пожалуй, только единственный. Надеюсь, я успею. Да, нормально, камушек успевает зарегениться. И он не туда пришел, куда я думал. Вот козел. Ну ладно, и так справимся. Так, а здесь, ребятки, мне надо немножко по-другому к вам относиться. Вы уж простите. Здесь не нужны лазеры. Ага, да пошла ты на. Пожалуй, здесь надо вскопнуть. Во-первых, мне столько не пригодится. Атакуй, сколько хочешь, столько атакует. Это мне не важно. Вот так вот поставим. А вот теперь волна идет побольше, отлично. Так, значит, тебя сюда ставим. О, блин, дерьмо. Мелкий урчук-то. Не ожидал такого я приема, если честно. Ой, кто-то сильно идет. А вот теперь я вспомнил, почему я лазер начал ставить. О, блин. Почему мне здесь лазеры нужны? Ох, как я вспомнил хорошо-то, слушай. Как раз вот такие вот блокировать штучки-дрючки. Так, этого сюда. Здесь сразу баррикадируем нафиг. Здесь нужна двойная стена камней. Ага, с этими тоже получается надо будет справляться. Дерьмо-то какое, слушай. Вот зараза-то, я тебе все равно замочу. Все. Да, эта пушка после нескольких выстрелов дает целый залп. Это я все забываю. Это надо с ними сразу желательно справляться, но тут тоже. Сильно ты с ними не похалявишь. Так, next level. Так, ну что, по старинке? Ага. Немножко похожие уровни, конечно, не очень мне это нравится, но да ладно. Солнышко, приди. Спасибо. Может, что-то поинтереснее будет. Я сомневаюсь.
А прицем будем делать тот же самый. Ну, спасибо, блин. Прошло и 3 года. Короче, здесь огненных, там лазерных надо ставить, чтобы они пушки сбивали. Хотя здесь могут эти пушки долбаные появиться. Вопрос на вопрос, что делать? Ха-ха. Хотя лучше вот так вот. Сейчас до огненного доживем. Ага, вот так вот. Отлично. Так, а теперь пошли лазерных пока ставить. Так, чтобы не обидно было, и так, чтобы можно было хотя бы что-то сделать. А еще маленькие волны идут. Проблема. Прямо будут немножечко попозже. Здесь вот так вот войну и ставим. Что за птица? Чуть не понял. Это что еще за летает? Так, ну здесь смотри, мы прекрасно успеваем и все еще делаем. Довольно неплохо. Ага, вот эти придурки пошли. Так, нормально. Здесь более-менее мы успеем, думаю, лазерные поставить. Да, успеваем. Надо посмотреть, где сейчас пушка появится. Чтобы ее сразу заблокировать. Давай, давай. Так, где эта пушка? А вот пушки я пока не вижу. Хреново. Что пушки я не вижу? Большая толпа зомби прется и все. Нифига особенного пока я здесь тоже не вижу. Слушай, мне этот... Хрена тут дятел дает. Я не ожидал, что такое птичка может унести. Так взять, прикинь, птичка... У тебя на огороде стоит камень большой, красивый такой. Тебе он нравится. Пролетает птичка, херак, камень сперла. Хе-хе. Серьезно, что ли? Слушай, птичка, ты в кого такая бурзая? Прихреневшая птичка, я вам скажу, слушай. Очень прихреневшая. Но камни железные она не таскает, обратите внимание. Ладно, попробуем и огнем сжарить. Нет, тут вариантов как-то других пока не наблюдаю. Хотя для меня это довольно странно. А что, все что ли? А, ну ладно. Ага, парадокс. Берите 3000 солнца. Each power up. Соберите 3000 солнца. О, блин. Ладно, попробуем давай. Да. Берем, это не проблема такая уж большая. Зомбики будут, значит, на меня нападать, а я буду должен тут колбасить солнце. О, блин, отстой.
Ладно, посмотрим, что из этого получится. Слушай, даже интересно стало. И сейчас еще одна здесь выпадет. Ну, как по расписанию. Ладно, тут придется немножко по-другому действовать. Солнце тут придется по-другому делать. Вот так вот. Так, ну все, практически готово. Хорош, тварина. Не. Пару слов. Ты гадиня. Ё-моё. Понятно все, откуда они взялись. Буду знать. Записал. Как мне их убивать? Так. Будем делать огненную завесу, что еще могу сказать. Без вариантов как-то. Да, все грустно, все печально, все ужасно. Сюда идет много зомби. Я еще должен 3000 солнца собрать каким-то боком. Не считать того, что у меня постоянно камушки тыплят. Я не знаю, как это остановить. Ну ладно, может, с помощью этого справимся более-менее. Такие он вроде не ворует, да, кстати говоря. Не, нормально, справляемся. Здесь мы выдержим довольно-таки долго. А, так всего надо собрать солнце доп. Уровень. Я понял. А вообще осилю? Я вот что-то сомневаюсь как-то. Так. Птичка невеличка, блин. Еще надо 4, я даже не знаю, как с этим справиться-то. Пошли нахуй. Задолбали. Визит в магазин. Как меня от этого тошнит, слушай. Вот. Слов нету. Да нет, я понял, что надо делать. Но, правда, это немного тупо будет. Хотя сделаю. Не, соберу 3000 солнца, друзья, не проблема уже. Просто не думал, что придется так делать. Но сделаем. Ха, не проблема, давай рожай. Это очень странно, что приходится так делать, а не по-другому. Ну да ладно.
всего лишь 200 потратил, да? Якобы. Давай, короче. Развлекаемся по полной. А птички полетят. Ну ладно. Переживу как-нибудь этих птичек сейчас. Правда, мне это тоже не очень прикалывает. А собрать необходимое солнце, это, друзья, реально это не проблема, но просто... Ну, немножко не то, что я ожидал, вот так вот скажу. Слышь, козлина, ты не охренела? Ты посмотри! Вообще совести нету. Это как понимать? Это что такое? Это вообще уже абсурд. Это свинство, садизм, мазохизм. Я даже не знаю, как это назвать. О, блин. Раньше было как-то поудобнее, я тебе скажу. Вот таким вот макаром, друзья, сейчас и будем собирать нужное, необходимое солнце. Правда, я не ожидал, что придется вот так вот делать, но ладно. Для меня неожиданность, честно говоря. Детская такая, знаете. По полной, но детская. Так, вот здесь все равно, хочешь не хочешь, придется ставить. Ну все, я собрал уже, так что... Просто только забить этих засранцев, которые тут прутся явную толпою. А, так это еще и не последняя, блин, волна, да? Как интересно-то. А теперь давай-ка вот так вот сделаем. Чтобы никому не было обидно. Грызите, блин. Гранит науки называется. Да, и чё? Я как-то не вижу в этом какого-то ошибка. Супер-дрюпер смы... я два кристалла получил. Вот оно чавось. Так, ну а теперь-то что? Plant you defend the fitting zone. Чё, блин? Ладно. Защитите растения... Ага, ой, блин, 2000 всего-то. Вот эти вот уровни я люблю, у них приходится думать. Довольно-таки так неплохо придется подумать. Ну, не знаю, вот это вот оставлю, конечно. Огненные эти ставить не буду, они и интересно смотрятся, но они немножко бесполезно. Показывают себя в этот срок. Ну, по стандарту. Ставим. Хотя можно вот так вот это убрать. Да, наверное, так и сделаем. Просто здесь камни расположим. Поудобнее будет.
Этих всех я расположить вряд ли смогу, тут тысяча нужна, но хотя... Хотя... Давай-ка лучше вот так вот сделаем. Что всяко у нас здесь пойдет по первой вот эта хрень, да? Ладно, давай так попробуем. Посмотрим, что они себя будут представлять. Солнышко еще по одному будет падать. Будем потихонечку собирать и усиливать. Йо! Себя лазерные поставил. Хотя не факт. Так, здесь сразу укрепляем до железных. Нормально, лазерные себя показывают так, как и надо. Трупы прилетают. Трупы трупов. Ах вы, ёшкин ты, матрёшкин. Ты посмотри, кто оттуда вылупился. А вот это номер. А вот этого я не ожидал. Одну птицу спиздили. Извиняюсь за выражение, но козлы эти те еще. Да, лазерные свое дело делают. Я бы здесь без лазерных не выжил, слушай, вообще никак. Они еще прыгают на клетку вперед, уроды, прикинь. Ох, попугаи гребаные, убивайте попугаев. О, блин. Ладно, выдержим. Сволочи эти попугаи. О, блин. Надо по-другому было как-то оборону делать. Что мне сейчас жопа. Да. Мои мозги сожрали. Так, давай-ка подумаем, как бы по-правильному это все расставить. Слушай, вот это уже интересно. Так, значит, там они сейчас за лазерные надо ставить, скорее всего. Пам-пам-пам. Лазерные, не лазерные. Так, давай сейчас теперь посмотрим. У меня намного меньше растений, да? Значит, мне, по сути, надо удлинение уменьшить немного свои амбиции, так сказать. Что не вариант здесь. Так, ладно. Можно, конечно, вот так сейчас поставить. Скорее всего, что сейчас делаем. Но чувствую, хорошим это ничем не выйдет. Ладно. Давай-ка проверим. Надо вот еще вот до линии сократить, до крайней допустить точки. Либо этих вместо вот этих поставить по два вот этих. А хотя нет, тогда вот эти вот пробьются. Или по бокам поставить их специально. О, блин, дерьмо. А вот теперь будет все плохо. У меня нет нормальной обороны от этих дурацких птиц. А, слушай, я даже так выдерживаю. Не кисло. Уж
Слушай, я могу туда два ряда поставить вот этих вот лазерных, без камней, правда? От дерьма. А, ну это последняя волна, так что выдержим. С трудом, но выдерживаем, кстати говоря, обрати внимание. Блин, как мне эти сраные птицы бесят-то, а? Если бы не птицы, то я бы тут в сухомятку это все... А, вот еще такой сложный уровень. Понятно. Ясненько, ясненько. Теперь понятно все, что он такой сложный.